Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый летний сезон, который продлится с 19 по 26 декабря. Для прохождения серии сезонов на 100% от вас потребуется завершить 4 еженедельных сезона, а также пройти одного соперника месяца и пройти квалификацию в ранговых гонках. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете автомобиль Maserati Levante, а за прохождение на 80% — сообщение в быстрый чат веселых праздников. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете автомобиль Alpine A110, а за прохождение на 80% — Shelby Daytona. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место в чемпионате летних игр вы получаете резиновые сапоги Кря-Кря. За первое место против драйватаров уровня опытный в кольцевой гонке в поселке Амблсайд вы получаете Альфа Джиуля Форза Эдишн. За первое место против драйватаров уровня опытный в кольцевой гонке в Лейкерской роще вы получаете Maserati A6JCS. За первое место против драйватаров уровня опытный в кольцевом кроссе на горной ферме вы получаете Bugatti EB110. И за первое место против драйватаров уровня непобедимый в командном автокроссе в окрестностях города вы получаете Renault 5 Turbo Forza Edition. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам о новых смелых выходках. Первая смелая выходка называется Old Weir. Это скоростной участок, в котором вам необходимо удерживать скорость 241,5 км в час. Здесь подойдет любой управляемый автомобиль с хорошей максимальной скоростью. Я прошел это испытание на Koenigsegg CCJT. Следующая выходка называется «Бамбарские дюны». Это полицейский радар, в котором вам необходимо набрать скорость 362,1 км в час. Здесь уже подойдет автомобиль с лучшей максимальной скоростью. Ну а я прошел эту выходку на Lamborghini Veneno. Последняя смелая выходка называется «Большой кряж». Это знак опасно, в котором вам необходимо набрать 279 метров. Здесь вам понадобится автомобиль с хорошей максимальной скоростью и хорошим управлением на грунту. Ну а я по традиции прошел это испытание на Rally Fighter. С сезонными испытаниями все, теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Маленькая машина, большая личность». Для его выполнения вам понадобится автомобиль Mini Cooper S 65 года. И все, что от вас потребуется, просто выйти из гаража. Следующее испытание называется «Храбрый маленький внедорожник». Для его выполнения вам понадобятся заезды грунтовой серии. Ну а для прохождения от вас потребуется выиграть 2 заезда грунтовой серии. Следующее испытание называется «Чемпион асфальта». Для его выполнения вам понадобятся заезды шоссейной серии. Как и в предыдущем испытании, от вас потребуется выиграть 2 заезда шоссейной серии. Последнее испытание называется «Малыш в ударе». Для его выполнения особо ничего делать не придется. Вам необходимо заработать 75 тысяч баллов за технику. С испытаниями все, теперь я расскажу вам о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить эпические беговые шорты Санты, легендарные оленьи рога за 100 очков и легендарные валенки за 100 очков. Ну а главного приза, как и тогда, нет. До конца декабря каждый день в магазине Horizon будет бесплатная машина. Ну а на этом все, друзья. Не забудь поддержать меня лайком, оставить комментарий и подписаться, если ты еще не сделал этого. Всем пока и удачи с выполнением заданий!